Как вы уже заметили, тут везде построены лестницы, дороги. Оказывается, во время Великой депрессии, в 30-е годы прошлого столетия, когда не было работы, государство специально нанимало безработных, чтобы построить эти лестницы, эти дороги. То есть государство находило работу для безработных, чтобы они в годы Великой депрессии не разочаровывались, не убивали себя, не занимали грабежами или воровством. Вот так вот государство обеспечивало работой. И тут рабочих, построивших это в годы депрессии, дало сегодняшнему поколению посмотреть всю эту красоту и без проблем подниматься на такие вершины. Когда мы снимали водопад, мы были вон там внизу, на том берегу, видите, где люди ходят. А сейчас мы находимся на вершине этого водопада. И вот мы дошли до мельницы, которая еще работала в 1800 году, то есть более 200 лет назад. Давайте посмотрим на нее. Мы находимся в мельнице на самом верхнем этаже. Здесь находится полностью мотор, то есть механизм самой мельницы, которая в движение приводила вода, поток реки. Сейчас мы находимся на чердаке. Это специальные устройства, которые до того, как он начнет измельчать зерно, они сперва здесь делят зерно по сортам и по видам.